Мы находимся на выставке «Продэкспорт» с нашими гостями. Иностранные партнеры, итальянцы у нас в кадре. Чем занимается ваша компания? Что вы привезли в Россию и что у вас новенького в 2019 году? Può dire qualche parola sulla vostra azienda e che prodotti penserete di presentare al mercato nel 2019? Sì, buongiorno a tutti. La World of Italy è l'azienda che io rappresento qui come direttore generale. È un'azienda che si trova in Campania, nel sud dell'Italia, in provincia di Salerno, a Battipaglia, specializzata nelle conserve alimentari, conserve vegetali. È un'azienda che punta molto sul pomodoro, su tutte le lavorazioni del pomodoro, dei legumi e di altri prodotti che poi l'elenco. Добрый день, я представляю компанию World of Italy, которая находится в провинции Салерно, в области Кампании, Италии. Мы специализируемся в основном на консервах. Наш основной продукт – это помидоры и все консервы, связанные вот помидоры, овощи, оливковое масло и так далее. И именно этим мы планируем заниматься, и такие продукты планируем поставлять на рынок в 2019 году. Как вам российский рынок? Нравится здесь тяжело, тяжелее, чем в других странах, в Евросоюзе, может быть, в сравнении с чем? Cosa pensa del mercato in Russia? Magari c'è qualche differenza tra i mercati nell'Unione Europea e altri paesi? Sì, sicuramente il mercato in Russia è molto diverso dagli altri paesi, perché è un mercato che sta crescendo anno dopo anno. Questo è il quarto anno che siamo qui a Mosca, in Russia, e vediamo che c'è una crescita della domanda e soprattutto della domanda di qualità. Да, российский рынок значительно отличается от рынков других стран Европейского Союза, и нужно заметить, что спрос с каждым годом все больше и больше растет. Мы уже четвертый год работаем на российском рынке и замечаем как раз-таки вот такой значительный рост спроса. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с нашими разными гостями из разных стран.